Вот так выглядит стерилизация вольера в моем случае. Для щенков я стерилизую крутым раствором марганцовки. Вот им уже 40 дней, и им уже в ящике тесно. Даже опилки не спасают. Поэтому сейчас вот одну половину я уже промочила. Она впитается. Промочу вторую половину. Все это подсохнет. Засыплю сеном. И буду запускать. Будку тоже уже все обработала. Конечно, лучше было бы кешером все промыть. Но кешер пока в ремонте. А вот так я это дело замешиваю. Марганцовка почти закончилась. Это ведро где-то примерно на 10 литров. И где-то четверть пузырька прямо туда. Главное, чтобы не попало на руки. Отмываться будет весело. Потом беру ковшик, размешиваю до полного растворения. И сейчас пойду разбрызгивать. Вот такой вот цвет насыщенный должен получиться. Затем просто беру старый ковшик, потому что его потом уже не отмоете. И вот так вот распрыскиваю именно с высоты, чтобы она разлеталась, попадала во все щелки. В это место добавим еще. В этом месте был их туалет. Марганцовка убирает запах, а лучше всего, чтобы на 100% избавиться от запаха, это место, пока оно мокрое, засыпать еще содой пищевой обычной. И вот так вот все хорошо промочить нужно. Вот так вот это все выглядит. Новоселье. Пересилила в вольеры. Ой, как бегать теперь хорошо. Кто там, Джой? Кто там? Трикси, кто там?